читается. Мелькала сталь, колола и рубила. Рассерженный клинок, как сотня ос жужжал. Под этот марш, единственная в мире, ты в седьмой раз взошла на пьедестал. Я слышал за спиной, везет девчонке, но только бестолковый не поймет, что на вершину путь ужасно долгий, ну а везет тому, кто воз везет. Что могут знать они о страхах и сомнениях, о чувстве безысходной пустоты, когда нет мочи самому себе поверить, и через «не могу» шагаешь ты. Когда ты молод, а уже аскет, когда в свои 17-20 лет в спортзал, как на молитву, каждый день, а ведь не гнал никто, и даже лень, что в симбиозе с каждым проживает, как не пытается, а все ж не помешает, на утро 100 движений повторить, и в руки взяв клинок, про все забыть. Теперь вы идеал, рубеж, вершина. Достичь вершин таких не всем дано. Да, вы великая, и это доказали. Не всем величием это в жизни суждено. Браво!